Эй, всем привет! С вами Сёджи. К нам в магазин приехала новая поставка от Ацтек, и сегодня я вам все о ней расскажу. Поехали! К нам приехали две новые модели дек. Это Lucid и это Гидра. Начну, пожалуй, с Lucid. Это дека полностью квадратная, с пегами в передних дропах, с пегами в задних дропах, в двух цветах. Вот в таком цвете Ivory. И в черном цвете. Эта дека представлена в трех размерах. 5,5 на 22, 5,5 на 23 и 6 дюймов на 23. Большая, широкая стритерская дека. При этом очень легкая и стильная. Ее вес я где-нибудь, наверное, напишу. Доски Гидра. Самая неординарная, неоднозначная и яркая дека 2019 года. Это Гидра. Посмотрите сами на нее. Это что-то с чем-то. Космический корабль. Что мы тут имеем? Мы тут имеем несварную конструкцию. В том плане, что теперь шея — это продолжение деки. Это запатентованная технология Ацтек, где дека плавно перетекает в стакан. То есть здесь минимальное количество сварных швов, соответственно, должно быть более прочно по сравнению с традиционной конструкцией дек. При этом, по заверениям Ацтек, это самая легкая дека на рынке, то есть она должна весить менее килограмма. Легкая, оригинальная и очень своеобразная парковая дека. Вот, с квадратными задними дропами. Также представлена в двух цветах, новый цвет Ivory и стандартный матовый черный. Теперь расскажу про колеса. Новиночка Ацтек, колеса AirMine. Представлены в четырех цветах. Самый базовый черный, новый цвет Ivory, а также голубой и розовый, пастельного оттенка. Эти колеса у нас имеются в двух размерах. Это стандартные 110 мм на 24 мм и XL-версия 115 мм на 30 мм в ширину. Если вы любите большие и широкие колеса, такие есть. Рули. К нам приехал новый алюминиевый руль от Ацтек. Это руль Apollo. Он из алюминия, он сразу под систему SKS. Его размеры 58 см в ширину и 62 см в высоту. То есть, если вы ищете себе алюминиевый руль под SKS стандартного размера, то есть тонкий, это определенно ваш выбор. Также появились стальные тэшки от Ацтек Da Vinci. В высоту 70 см, в ширину 61. Самая обычная базовая тэшка по приятной цене. Вилки Ацтек. Приехала всем знакомая и любимая серка, обновленная V2. Самая легкая вилка на рынке, 150 грамм. Всем известная, легкая и прочная. Так как это вторая версия, новые цвета. Черный, новый цвет Ivory и вот такая розовая. Также приехала новая вилка от Ацтек, Templar. По заверениям Ацтек, это самая прочная вилка в мире на данный момент. Так ли это, покажет время. Выглядит она как старшая сестра серки. У нас она есть в четырех цветах. Черный матовый, айвори, розовый и голубой. Все вилки идут под 8 стандарт. Серка идет под стандартные 24 мм колеса. Айвори вмещает в себя широкие колеса до 30 мм. Также у нас снова в наличии есть ваши любимые грипсы Ацтек. Очень-очень длинные и очень мягкие. Три классических цвета, черный, красный и бежевый, и новый голубой цвет. Также новый SKS Ацтек Пандора. Очень похожий на предыдущую модель SKS, но с небольшим изменением. Теперь болты здесь красного цвета. Они все так же шестые. Блинчик и болтик в комплекте. У нас они имеются в четырех цветах. Черный уже раскупили, но в скором времени он снова будет доступен в магазинах. А также есть голубой, розовый и новый цвет Ivory. Также вновь доступны шкурки Ацтек. Они длиной 23 дюйма и в ширину 6 дюймов. То есть на самые длинные и на самые широкие деки они подходят полностью. Насчет цены наличия пишите и звоните в наши магазины. Ну, на этом, в общем-то, и все. Я вам все рассказал о новой поставке Ацтек. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры, новые видосы, кастомы и все такое. Ставьте лайки, если вам нравятся детали Ацтек. Пишите комментарии, о чем рассказать в следующем ролике. А с вами был Сёджи, и мы еще обязательно увидимся. Всем пока!